В Ульяновской области активно развивается система оказания помощи онкобольным. Лечат по новейшим стандартам. Самое современное оборудование поступает в региональный онкодиспансер по национальному проекту здравоохранения. Так уже в следующем месяце учреждение вновь ожидается пополнение. Здравницу закупили цифровой маммограф для точной диагностики молочных желез. Дополнительными функциями будет прилагаться функция томосинтеза. Это послойное сканирование молочной железы для выявления малых размеров, что очень важно, потому что в данном случае томосинтез, он как бы увеличивает выявляемость патологии на 30-40%. По словам врачей, среди всех видов опухолей у женщин рак молочной железы встречается чаще всего. Ежегодно в мире выявляется около 1,5 миллиона случаев этого заболевания. Такая статистика не пугает ульяновских онкологов. Маммографические исследования на маммограф у нас их достаточно в области. Может пройти любая женщина, тем более сейчас имеется и профосмотры, и диспансеризация, в которую включены маммографические исследования. Онкология, пожалуй, один из самых сложных разделов медицины. Однако от года к году можно проследить за развитием онкологической службы в стране. К этому и стремился в свое время заслуженный деятель науки Российской Федерации Олег Модников. Проводимые ежегодно модниковские чтения собирают десятки лучших специалистов со всего мира, чтобы продолжать дело великого человека. В формате научно-практической конференции медики обмениваются практиками и обсуждают внедрение новых методик. Большинство докладов будет как раз наших врачей. Это и новые технологии в плане лечения, в подходы к ранней диагностике рака молочной железы в частности. Наши молодые специалисты будут докладывать о реабилитации онкологических пациентов. То есть мы постарались сделать программу насыщенной и интересной. В этом году научно-практическая конференция прошла в очно-заочном формате. В ней приняли участие более 300 врачей, преподавателей, клинических ординаторов, студентов. Одной из тем стало цифровое будущее лечения рака. Сейчас IT-специалисты страны активно занимаются разработкой программного обеспечения и цифровых систем. Помогают уже цифровые технологии. Чтобы полноценно собрать информацию, есть цифровые помощники. То есть сейчас практически у каждого гражданина, жителя у нас есть смартфон. Практически у каждого. И через этот смартфон можно перед приемом к врачу собрать о себе информацию. Заполнить опросник, ответить на вопросы какие-то, на несколько десятков вопросов. И прийти к врачу, и уже врачу нужно будет меньше времени расспрашивать вас о вашем состоянии здоровья. Бороться с онкологическими заболеваниями нужно. Главное – не пускать болезни самотек. На ранних стадиях победить опухоль зачастую удается в полной мере. А тут уже, как известно, все зависит от отношения человека к своему здоровью. Алина Тихонова, Юрий Конихин, Управда ТВ.